Сборная Армении уступила в четвертом туре Лиги наций команде Северной Македонии в Ереване с разницей в 2 мяча. Первые минуты матча были за гостями, македонцы даже забили гол с углового, однако судья, посовещавшись с боковыми судьями и арбитром ВАР, его не засчитал, положение вне игры. А армянские футболисты постепенно выровняли игру, а затем и перехватили преимущество. Причем так, что начали создавать момент за моментом. Силараян и Бичахчин били из-за пределов штрафной, выше ворот. Миранин мог после подачи с фланга переправить мяч в ворота, не получилось. Ну и куда более реальный момент не использовал Спёрцеян, пробив выше ворот почти с убойной позиции. Начало второй половины игры тоже было за нашими футболистами, снова реальный шанс упустил Миранин. Как нередко бывает, сработала футбольная поговорка «не забиваешь ты, забивают тебе». Именно это и произошло на 71-й минуте после удара Миоски, которого наши защитники оставили в штрафной в одиночестве. Но а за 5 минут до конца основного времени Алими, снова дальним ударом, во второй раз огорчил армянского голкипера. Итак, сборная Армении проиграла на своем поле Северной Македонии со счетом 0-2 и практически лишилась возможности бороться за первое место в четвертой группе Лиги С.